И последнее, что я начал делать в последнее время, и что мне понравилось, это у меня осталось масло черного тмина. То есть я купил где-то бутылки 3 в Москве давным-давно на ВДНХ. Египетского черного тмина, он такой, масло такое ядреное, пахучее. Попробовал пить, одну бутылку я выпил, другую начал пить, чувствую, на мне пищевод раздражает, и я прекратил. То есть тут надо меру соблюдать. Вот с мерой у нас тяжеловато соблюдать меру. Говорил неру, кушать надо в меру. Но вопил Никита, есть надо досыта. Так вот я как Никита, досыта, а потом страдаем. Ну вот, осталось это масло. И я решил, так как у меня там боли там-сям, по суставчикам там, делать массаж с этим маслом, просто-напросто втирая. Суставы плечевые, шею, локти, колени. И особенно вот здесь вот, в область живота, от пупка и ниже, где там мочевик, лимфатические узлы, и там, так сказать, наблюдается гнездовище разного рода микропаразитов. Ага, повтирал. Вот, и что заметил? Получше стало с суставами. Как-то появилась дополнительная энергия. То есть энергия у нас почему там человек устает, и как бы сказать, она на пониженный уровень уходит. Из-за того, что борется с разного рода скрытыми инфекциями. Вот там утомляемость. А что может человека утомить? Скрытая инфекция чаще всего. Так, если ее нету, и настроение хорошее, и ты бодр, весел, полон сил. Вот, и я несколько раз так поделал. Ага, почувствовал значительное улучшение. А как я это все чувствую? Я занимаюсь тяжестями. И вот я, допустим, делаю свои упражнения, которые затрагивают плечевые, локтевые суставы. И чувствую, как они начинают болеть. То есть делаю там жим лежа с весом 40 кг. Более-менее нормально. Ставлю 60 кг, чувствую такие уже неприятные ощущения там, особенно в левом плече. Ставлю 70 килограмм, а они уже возрастают, и, как правило, после тренировки с таким весом, одно дело, что больно, второе дело, возникает, как бы сказать, разламывается этот сустав из-за того, что он там высох нафиг, и ты уже там неделю, а то две вообще не делаешь упражнений, или там мусолишь эти 40-50 килограммов. А это я поделал. Раз. Ага, 70 килограммов. О, нормалек давлю. 80 килограммов. Смотри. Что-то такое ощущается, но сустав держит, давит. Далее мы не будем особо злоупотреблять. То есть вот по таким вот, будем говорить, наблюдениям я сужу, что происходит с моим организмом. И при этом вот мне как-то там сказали, я приеду со своими там диагнозами, чтобы вы там почитали, что там такое. Если человек
Я даже не буду брать экстрасенсорные способности. Если человек просто-напросто наблюдательный, то он по внешним признакам уже может значительно сделать диагностику. Потому что организм внешними признаками показывает, что у нас происходит в лимфатической системе, то есть что у нас происходит в целом в организме. Далее, если мы еще будем расспрашивать, что там было, вот возникает более-менее вообще целостная картина. Вот, допустим, сделали МРТ. Ну, установили, что там что-то разрушилось. Вот оно разрушилось или разрушается. А как это восстанавливать? С чего это началось? Почему это идет? То есть мы видим уже следствие, не видим причин. А когда беседуешь с человеком и начинаешь даже спрашивать, а чем там дедушка с бабушкой болели? Ага, а у дедушки там был уже грибок, который через папу передался на внучика. То будем говорить, ага, будем лечить там псориаз или еще что-то там такое, когда надо избавляться от грибка. И причем не снаружи мазать, а снутри надо все действовать, потому что она изнутри идет наружу. То есть диагностику любой наблюдательный, сообразительный человек может сделать и понимать, что у него там происходит. И далее сообразить, как на этот процесс можно повлиять. То есть такое причинное мышление, о котором твердил Бутейко, вот она так и действует. Ну что, мое занятие подошло к концу. И я сейчас поеду домой. Как раз выложу это видео. Не знаю. Я так понял, если видео выкладывается одним большим куском, то смотреть его терпения не хватает. Аналитика Ютуба показывает, что ага, вначале там оп, смотрит там 80%, а к концу там, допустим, уже процентов 5 смотрит. Не хватает терпения, усидчивости и понимания. Ну, что сказать по этому поводу? Все мы находимся на той или иной ступени своего эволюционного развития. И поэтому нам интересно одно или другое. И так вот и получается, что вначале, когда мы здоровы, мы больше там будем в таночки играть, по магазинам ходить, далее там ездить отдыхать по курортам и такие вкусные явства поглощать. Ну а потом, когда все это, так сказать, напоглощается, накопится в организме своеобразная усталость и разовьется достаточное количество микрофлоры ненужной. Ну вот, начинаем лечиться. Ох, рецептик мне. Полцарства за рецепт. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro.
Доброго здоровья и до новых встреч!